ночного неба глубина, бездонно шире бесконечной, что безначально рождена хранительницей жизни вечной. Течет ли жизнь рутиной и пронесется, как комета? И призрачный, и яркий свет ее погаснет в памах лет. Не потревожит стон один дыханье вечной вселенной, взирающий из тьмы глубин алмазной россыпи нетленной. Не вздрогнет, не заплачет мир, потери просто не заметит. И, продолжая жизнь теперь, рассвет рождения нового встретит. Зитхнула мы густомлено, хытнулась хвыля вечности, притишено надломлено чекалами биття, та доли не покорено, як пташка поневолена, ще билось серце звіччя, триваючи життя. І зорі відсторонено дивилися і блимали, холодні очі всесвіту на серце каяття. Вуста уже не втримали повітря заборонене, пірнуло тіло зборене у прірву забуття. Прозора і оновлена, в розкриті світлі обрії, та, що була мовлена і розп'ята за життя, крилами обдарована злетіла з ног здивована. Але чому ж хотілося на землю пориття? Хочу я бити мостик зв'язок над головою, но не ефірною душою, хочу живою. З живою пам'яттю моєю, з живою кров'ю, з набором пламенних страстей і всій любові, з тяжовим грузом всіх гріхом і всій тоскою, от суетних земних оков злетіть в покої. Щоб нечувствительна плоть там не боліла, і була легким, словно дим земное тело, щоб воно могло парити над облаками, как солнце, свет и радость быть с небес руками. Познать законы бытия и мироздания, не запятнав гордыни слав души сознания, и чтоб космический эфир, где мрак и холод, не тело жарное служит, не мысли голод, чтобы в полете всех потерь родных коснуться, но чтоб любимым ему назад могла вернуться. Политических-саркастических стихотворений. Одно из них басня называется. Эх, доверчивый глупый народ, запустили позвал народ. Так уж преданно стил и юлин, так уж жалобно приюта просил. Как впустили Богу боль и петит, и слагал благодарственный стих. Но затем безнаказанность в смерть постепенно все больше наглел. Жил золотую нашел, и от радости в разнос казен пошел, что не съел, потоптал и помял, говорил, благое дело исполнял. И попробуй огород спасти, нынче сытый козел и в чести, чтобы не чувствовать себя потом ослом, ни в пустой каких, ни в душу, ни в дом. Я не знаю, не хотелось такое читать, но у меня, знаете, дежавю называется, это уже третье дежавю. Я надеюсь, что мы не будем иметь продолжение. Это было при очередном нашем экономическом кризисе в конце 2006 года, когда в доме не было горячей воды, еле-еле грелось отопление, я бегала за этого по дому, и у меня вылилось это на бумагу. Все. Называется стихотворение «Дежавю». Я вспоминаю перестройку, те сумасшедшие года. Вокзал, похожий на помойку, и с рельсов сходят поезда. Вдруг стали падать самолеты в неделю раз, а может два. В горячих кранах не шумела даже холодная вода. Тогда от демагогии и от большой идеи в квартирах также вот не нагревались батареи. Как намерение благое к развалу привело страну, и радостно недоуменно скребло затылки ЦРУ. Оно не знало, сколько средств на банковских счетах осело, и лишь партийные идеи, пустить их не давали к делу. Сыграли точно так же на народном возмущении, его направили вовремя, в нужном направлении. Еще припомнилось, в те годы, вот так же точно, как сейчас, от гласности и от свободы подорожали свет и газ. Экономических просторов случился ярый перегел, рабочий класс же в результате остался вовсе не удел. Но ради справедливости, замечу я Сангвину, сейчас по безработице мы в лучшем положении. Кто предприимчиво настырный, тот высоко тогда взлетал. Особенно наворовавший в застой начальный капитал. Кто мог договориться с крышей, процент дохода не жалел, тот хоть по
точно, ну и с наседства не слетел. Кто же не был предприимчивым, с практичностью недружим, тот перешел с обидного на очень скромный ужин. Еще тогда, вот точно так же, как в наше время год назад, народ в сплошном ажиотаже смотрел все сессии подряд. Там разные фракции, депутаты, без соглашения вспыли, кричали, что идеи святы, по лицам оппонентов бьют. Народные избранники став звездами экранов, то щедро сахар сыпали, то соли нам народу. Давали много обещаний власти, стоя на пороге, и правовое государство, и снизить, в частности, налоги, бюджетникам поднять зарплату, коррупцию всю на помойку, хоть утешают, что инфляция сейчас не та, что перестройка. Тогда всем утешением за полный беспредел служило осознание, что ты миллионер. Сейчас у нас довольно тихий, крутой, но скрытый криминал. Он даже как благотворитель, как спонсор даже выступал. Разборок мы не наблюдаем, они проходят в тишине. И кто кого переиграет, неведомо ни вам, ни мне. Тогда же разгулялись бандитские стихии, внимались, не каялись разбойничьи лихие. Еще земельные участки, кто только мог, тот и имел. Учился сельскому хозяйству и выживать пенсионер. Сейчас себе мы позволяем хлеб даже с маслом иногда. Участка много зарастает, не то что прежняя вода. Но также ковыряется в земле пенсионер. От пенсии до пенсии прожить его удел. Мы в первом акте наблюдали, как заморозив все счета, банкиры к власти продвигались, партийных лидеров крушат. Дела вращают, все законно. Мещанство пенсионный налог, надежных зарубежных банков, счета им быстро пополняют. Не поделились с властью, став поперек дороги. Дорогу капиталу пришлось делать ноги. В наследство нам тогда остался учителя достойный план. В жизнь наконец-то воплотили, а не его минувший план. Учителей отдав на лодку, совместно с нашими деньгами добились массовой поддержки за рубежом нашей славы. Швейцарию с Америкой мы вот обогатили, но не вернули деньги, так хорошо судили. Я беспристрастно наблюдаю в той пьесе «Акт уже второй». Чем все закончится, не знает ни тот, кто в ней сейчас играет, ни тот, кто тихо направляет и управляет всей игрой. Я отстраненно безучастна, но очень бы хотелось знать, что нашим детям не придется про перестройки вспоминать.